В регионе началась подготовка к летнему трудоустройству подростков от 14 до 18 лет. В этом году на время каникул планируют трудоустроить 250 юных жителей Заполярья. На эти цели в региональном бюджете заложено более 1 миллиона 300 тысяч рублей. Эти деньги будут потрачены на возмещение части расходов работодателям на выплату заработной платы. Компенсация составит 3690 рублей на одного человека. С этого года полномочия по трудоустройству несовершеннолетних полностью перешли в ведение округа. Ранее они выполнялись совместно региональными властями и администрацией Нарьян-Мара. В прошлом году на работу было устроено более 280 подростков. Из них большая часть трудилась на городских предприятиях. Агропромышленная компания, Нарьян-Марский авиаотряд, Нарьян-Марстрой и мясокомбинат. На работу несовершеннолетних принимали и индивидуальные предприниматели. 118 человек были устроены в сельских населенных пунктах региона. Самые высокие показатели по трудоустройству подростков у Пустозерского, Омского, Карского и Ушарского сельсоветов.